Владимир Волков встретился с семьями мобилизованных жителей городского округа. Беседа прошла в Доме офицеров, где недавно начал работу Центр поддержки родственников призванных люберчан. Какие вопросы были адресованы главе городского округа, расскажет наш корреспондент. Центр поддержки семей мобилизованных – это место, где всегда готовы помочь и выслушать. Сегодня здесь домашняя обстановка, горячий чай с угощениями, развлекательная программа и подарки для детей призванных люберчан. В центре внимания каждый, кто проводил своих мужчин на защиту Родины. Ну, мы проводили нашего папу, моего супруга Сергея. Ему пришла повестка, он сразу же отреагировал и пошел отдавать долг Родине. Нам очень помогли 44-я гимназия в плане организации бесплатных кружков. И, конечно же, они участвуют в нашей жизни. Постоянно интересуются, как у нас дела, есть ли у нас связь с папой. Не остаются в стороне представители администрации, депутаты, общественники и волонтеры. Каждое обращение, поступающее от семей мобилизованных, отрабатывают в приоритетном порядке. Они имеют право на бесплатное питание в школах и детских садах, посещение секций кружков и ряд других социальных мер поддержки. Самый главный вопрос последнего времени, это вот по нашей информации, то, что больше всего семьи беспокоило, это выплаты. На данный момент у нас порядка 60% выплаты получили уже мобилизованные. Есть те, кто не получили, связано это с реквизитами, которые либо не передал сам мобилизованные, либо вопросы с банками. Поэтому, если есть такой вопрос, тоже скажите, мы решаем обычно все очень быстро. В конце встречи Владимир Волков вручил женщинам цветы, а детям настольные игры. В ближайшее время для мальчиков и девочек, чьи папы отправились на военную службу, организуют поездку в развлекательный центр. В городском округе Люберцы 208 таких детей. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.